Сертификат на материнский капитал можно будет получить в два раза быстрее. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Предполагается сократить сроки принятия решения о выдаче сертификата с 1 месяца до 15 дней с даты приема заявления. Также проверка достоверности представляемых гражданами сведений, необходимых для принятия решения о дополнительных мерах господдержки семей с детьми, будет проводиться в течение 5 дней, а не 14, как сейчас. Документ размещен в базе данных Нижней палаты парламента.